Сегодня я вам прочитаю отрывок из книги «Петсон грустит» Свена Нурквиста. Кругом стояла полная тишина. Воздух был влажный и прохладный. Как хорошо пройтись немножко, а не сидеть дома и тратить время на плохое настроение, размышлял Петсон. И вскоре он совсем забыл, почему еще недавно ему было так грустно. Они прошли поляну и по тропинке вышли к озеру. Петсон спустил лодку на воду и начал грести. Финтус уселся на носу и стал высматривать щук. Гигантские щуки бывают довольно жуткие, но Финтус их совсем не боялся. Особенно он не боялся гигантских щук, которые не проплывали слишком близко. Финтус обожал рыбачить. Он так разволновался, что больше не мог молчать. «А представь, что мы поймаем вот такую огромную щуку, и она как прыгнет на тебя и укусит, а я ее как схвачу, как швырну на дно лодки и...» Финтус начал бороться со щукой, схватил ее за хвост. Слава богу, Петсон успел поймать за хвост Финтуса, когда тот уже летел за борт. «Сиди спокойно», — строго сказал Петсон. Потом прошептал. «Слышишь, как тут тихо? Так приятно иногда послушать тишину!» Финтус понял, что ему осталось еще немножечко потерпеть, и настроение у Петсона улучшится окончательно. Минут 15 они сидели тихо-тихо. Слышно было только, как за бортом плещется вода. Серое озеро, серое небо, темный лес вокруг. Листва уже облетела. Яркие краски лета уступали место синей палитре. Все вокруг было серо-зеленым и коричневым. От влажного воздуха цвета стали насыщенными, и лес как будто светился. Петсон подумал, что осень даже красивее, чем лето. «Отличная идея была пойти на рыбалку», — сказал он. «Еще бы», — согласился Финтус. И тут уточка дрогнула. На крючок попался довольно большой окунь. Петсон страшно развеселился, начал рассказывать смешные истории и вообще стал обычным Петсоном. Они сидели еще довольно долго, пока каждый не поймал по окуню. По дороге домой Финтус сказал: «А после ужина, когда ты наколешь дров, мы будем играть». «Но мне ведь надо еще вскопать грядки», — возразил Петсон. «Ну ладно, вскопай половину, потом будем играть». «Как твоя лапа?» «Все в порядке, она у меня и не болела. Мне пришлось обмануть тебя, чтобы вытащить на рыбалку». «Ну и чертенок же ты!» — усмехнулся Петсон. «Всегда своего добьешься. Придется поиграть с тобой, хотя мне совсем не хочется». «Хочется, хочется!» — воскликнул Финтус. «Уж я-то знаю, о чем говорю».